В этом видео мне интересно было бы посмотреть на эволюцию онеров. Раньше получается так, что были флагманы Honor, они назывались Honor, например, Honor 30 Pro Plus, да, и перед ним выходил Honor View 30 Pro. Вот это были два флагмана. А у Huawei было типа P30 Pro, например, и Mate 30 Pro Plus. Вот. И случилось так, что сейчас флагман это Mate 50, который вышел недавно. Даже я бы сказал, как он там называется, Porsche Design. Вот, он больше флагман. Пишки уже особо не флагманы. А вместо вот этих Honor'ов, которые типа 30, 20 и так далее, стали флагманами Magic. Honor и Magic, то есть Magic 1, Magic 2, они не были флагманами, потом все поменялось. И Honor'ы, которые были флагманами, стали что-то типа среднички, или даже бюджетные среднички. Вот эти Honor 70, Honor 50. 40 еще хуже, кстати, фоткал и 60, поэтому я взял 50 и 70. И посмотреть, как вот в сравнении с 30-кой он будет вообще. То есть 50-ка плохо снимает на фоне 70-ки. А здесь 70-ка на фоне этих, даже не то что этих, 30-ка еще более-менее фоткает. А на 70-ке было какое-то здесь. Здесь вообще что черно-белое, непонятно, ни хрена. Прям на 50-м Honor'е картинка ужасная. На 70-м мыльная. Как ни странно. И вот этот момент, что здесь какие-то алгоритмы что-то исправляют вот на 70-м. Что это? Непонятно. Сейчас посмотрим с Мальбоба. Ужасно, да. Здесь он какой-то переконтраст на 50-ке. На 70-ке он прям как нарисован просто. Ужас какой-то. Че еще здесь посмотреть? GSM Arena хочется посмотреть. Так, GSM Arena на 50-ке перешарп, на 70-ке норм. Но в целом на 70-ке картинка как будто бы из каких-то пикселей сложилась. Вот, даже посмотреть на бороду этого чела можно. О. То есть в 70-ке они даже не справились, в 50-ке они справились вроде как чуть-чуть, да? И то шумы, все черное. А в 70-ке прям ужас. Да, на бюджетный смартфон я так не фоткал, как 50, как 70-ка. О. Если взять вообще вьюшку. В этом месте. О, да. Вьюшка еще лучше 30-ки фоткает. Но это вообще куда ни шло бы. А, iPhone как снимает на фоне этих смартфонов. Pro Max даже. iPhone тоже, кстати, как-то странненько. Эти там все сделали. Короче, iPhone даже хуже, чем Honor 30 Pro Plus фоткает. Вот и вся эволюция. Даже перешарпа нету на 30-ке в Honor'е.